Ночь надвигается, фонарь качается в ночную мглу. А я несчастная торговка частная, стою и бублики здесь продаю. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. За эти бублики платите рублики, что для республики всего милей. Отец мой пьяница, за рюкой тянется, а мать уборщица, какой позор. Сестра гулящая, тварь настоящая, а братик маленький, карманный вор. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. Меня несчастную, торговку частую, да в ночь ненастную, ты пожалей. Палкою, да с толстой палкою, все собирается собрать патент. Но я одесская, я всем известная, и без патента все продам в момент. Где бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. За эти бублики платите рублики, что для республики всего милей. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. Но эти бублики платите рублики, что для республики всего милей. Я напомню, что это Мария Максакова в программе «Гавань». А вы знаете, Маша, а вот у вас может быть еще одна профессия. Я считаю, что у вас очень хорошо получится. Если вдруг что, то вы знаете... Если вдруг что с этим голосом, так и с тем тоже самое вдруг что. Правильно.